Добрый вечер, дорогие наши любимые зрители. Мы очень рады видеть вас в этот московский летний солнечный денек. Очень здорово, что вы предпочли этот концерт другому времяпрепровождению. Мы рады вас видеть. На сцене наш оркестр из трех человек, который не меняется уже энное количество лет последних. Я с большим удовольствием, как всегда, вначале хочу представить вам моих дорогих любимых партнеров. Петр Ильич играет на барабанах. Виктор Шестак, контрабас. Мы сегодня играем нашу музыку, которую мы сочиняем, записываем, выпускаем, собираемся выпускать, играем на концертах, никогда не рассуждая о том, к какому стилю ее можно причислить, поскольку я думаю, что делать это, во-первых, бессмысленно, а во-вторых, музыку лучше слушать ушами. Мы хотим начать с двух композиций, с которых достаточно часто начинаем наши концерты. Первая из них отчасти имеет такую вступительную функцию. Она очень камерная по настроению, называется «Ноктюрн». А следующая композиция, которую мы сразу начнем, называется «Дежавю».
Thank you.
Спасибо. Спасибо. Очень приятно. Эта песня называлась «Дежавю». Следующая композиция имеет чисто такое музыкантское название. Она называется «Прелюдия номер 4». Thank you.
Христа. Спасибо. Мы сейчас сыграем пьесу, которую достаточно редко играем вот этим составом. Она еще тоже нигде не была записана, но композиция эта игралась более масштабным таким коллективом, с саксофоном, с перкуссией, и она имела такой более, я бы сказал, фьюжн окрас. Но вот по, да и по нашему желанию, и по просьбе многих моих друзей, которые спрашивают, почему вот мы не играем эту пьесу, я решил ее все-таки играть в трио. И она, честно говоря, зажила совсем другой жизнью. Эта пьеса имеет некий такой программный для меня характер. Я ее написал по мотивам одного из моих любимых писателей-фантаста Станислава Лема. Пьеса называется «Солярис».
Thank you.
Ничего лучше, чем привязка именно к тому моменту смысловому, когда я ее написал, не будет. Поэтому она так называется «Август». Ну, кстати, уже почти год назад она написана. Она называется «Август». Thank you.
Виктор Шестак, Пятый Рыщин, спасибо. Сейчас мы сыграем одну из моих любимых. Ну, так бывает, что даже из своей музыки что-то иногда нравится. Тоже мы давно уже достаточно написали эту песню. Песню, пьесу, композицию, вещь. Тоже собираемся ее скоро записывать, и вообще мы планируем уже в самом ближайшем будущем
выпускать всю ту музыку, которую вы сегодня слышите. Эта композиция называется «Отражение». Thank you.
Thank you.
например, тоже не так давно написали нашу пьесу. Она называется «Непостоянство времени».
Спасибо. Мы хотим уже в завершении нашего концерта сыграть две соединенные между собой тоже композиции. Первая называется «Старый город». И заключительная композиция наша, мы всегда заканчиваем и наш концерт, ну, в последнее время, по крайней мере, она называется «Аура». Thank you.
Thank you.
Спасибо. Это были мы. Петр Усин. Виктор Шестак. Меня зовут Виктор Усин.
Друзья, спасибо вам огромное. Нам было очень приятно играть для вас. Мы ждем вас еще на наших концертах. Это были Виктор Шестак, Петр Ильич и Дмитрий Лунгин. Спасибо, друзья.